Цидан и смис ангелос тасим герада голуба. Друа, друа зевсат вховат армог ваклос цхалоба. Гзада гвилоцет, гзада гвилоцет. Веведребет хвелац минда салоцас. Просто ты открылся для меня еще одной игрой. Гзада гвилоцет. Я не могу тебя подпеть. Гзада гвилоцет. Я не знаю грузинского языка. Это не страшно. Грузины могут петь по-русски. У нас сегодня в студии любимцы грузинской эстрады. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Что говорит, что Маргаритова? 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 Мы проведем в теплой атмосфере грузинского стола. Добрый вечер. Ну, сегодня действительно будет, я думаю, жаркий вечер. Дальше градус будет только повышаться. Да. Дальше подадут чачу. Да, грузины по одному не ходят. Грузины по одному не ходят. Правильно делают. Они берут своих родственников, друзей и все талантливые, главное. Абсолютно. Да. Тамара, скажите, пожалуйста, а часто ли вам приходится бывать в Грузии сейчас? Конечно, часто, потому что все наши там. В Москве только я и мама, а сын, брат, папа и все родственники, двоюродные братья, сестры, все в Тбилиси. То есть большим грузинским столом вы собираетесь там? Там, в Тбилиси? Да. Угу. Конечно, фраза «все наши там» сейчас повергла в сомнение москвичей. Тамар, скажи, пожалуйста. Чем отличаются грузинские традиции от русских? Просто к русским редко приходят просто без приглашения. Но у грузин нормально, да? У грузин нормально. Значит, это очень близкий. Грузинское гостеприимство ты принимаешь. И уже к вечеру вырисовывается тамада. Только к вечеру? Только к вечеру, да. Скажи, что значит вырисовывается? Он просто вырисовывается? Или что ты имела в виду? Тот, кто еще в состоянии говорить, наверное. Ну, обычно или мой брат, или мой сын. А другой, ну, пока другого кандидата нету. То есть женщина-тамада это невозможно? Нет. Нет, табу. Да. То есть... А хоть что-то говорить женщина может? Конечно. Конечно, нет. Очень. Повторять после тамады. Главное, что она может петь. И всегда хочется петь. Ну ладно. Сидишь и слушаешь. Тебе все равно хочется петь? Да, мы с мамой поем обычно. Макс. Нет, ну, мне просто кажется, что Тамара столько поет на сцене, обычно вот артисты, они говорят, нет, мы уже не можем. Тот же Лев Лещенко говорит, вы нас сегодня пригласили как людей или как артистов? Всегда хочется... Но он всегда поет свою любимую песню «Надежда». А тебя разве, да? не приглашают быть тамадой за столом среди своих? Это страшно. Это надо сразу договариваться, что... Это же постоянно с тобой. Ну, о чем ты говоришь? Скажи, ты всегда в гостях, даже самых близких? Нет, ну я всегда, знаешь, с надеждой, что в следующий раз пригласят за деньги. Поэтому... Отрабатывает постоянно. Да, это
это такая история. И что ты, что ты поешь за столом? Ну, все то, что я не пою на сцене. Например, вот в этом основное. Мы поем грузинские песни, русские песни. Ну, спой что-нибудь. А сейчас акапелла? Да. Ну, вот так сразу. Многое лето, естественно, что можно пожелать человеку? Конечно. Это слово «мравал жамир». Мравал жамир, мравал жамир, мравал жамир, мравал жамир, мравал жамир, мравал жамир, мравал жамир. Мы это никогда не слышали со сцены. Мы просто привилегированные сейчас люди. Да. Вот. Ну, а я хочу предложить нам сейчас вспомнить фрагмент передачи «Женщина всегда права» 89-го года. Давайте взглянем. Тамара, откуда приехала? Быстро, это короткое интервью. Из Тбилиси. Откуда? Из Тбилиси. Из Тбилиси? А какое это отношение к Тбилиси имеешь? Прямое. У нас здесь женский день. В Тбилиси он празднуется? Каждый. Да каждый день. Гамарджоба калбатоно тамрико. Я тоже знаю. А, сейчас, а, сейчас. Это было так давно. Сейчас. Не-не-не-не-не. Да, сейчас скажу. Лалеби, 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 гогогена цвалеби. Вместе. Лалеби, 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 гогогена цвалеби. Ты понимаешь, что это у нас семейная петь по-грузински? Интимными вечерами вы изучаете... Да, кто меня тренировал, так сказать. Я теперь поняла. Да. Но, Тамар, всегда ты очень скромная. Скажи, вот твоя скромность связана с тем, что вообще, в принципе, скромный человек? Или с тем, что ты, когда у тебя что-то спрашивают, переводишь в голове с грузинского на русский? И наоборот, да? Да. Ну, да, я застенчивая. Застенчивая. А скажи, а ты думаешь по-грузински? Ну, в перемешку. У тебя такой кавардак в голове? Да. Ну, кстати, сейчас вспомнили 89-й год, а ведь именно 89-й год, это был год, когда на Киевском стадионе ты спела песню «Виват, король», посвященную Олегу Блохину, который ходил из спорта. Да. Потрясающая песня, которая стала твоей визитной карточкой. Виват, король, виват, виват, король, покоя ты не знал. Без пушек, без солдат, своей игрой ты страны покорял. Меня же покорил, что верным был, что был самим собой. И не было игрой, пустой игрой, твоя любовь. Виват, король, виват, виват, король, виват, король, виват, виват, король. Ты был, ты был самим собой. Совсем недавно у нас был такой эпизод, юбилей, частный юбилей уважаемого человека. Ему там исполнялось 50 лет. И я веду вечер, Тамара поет. И я говорю: Тамрико, слушай, какая гениальная идея. Давай ты в финале, когда уже торт и все, ты будешь петь «Виват, король, виват». Ну, Тамара как-то даже не успела ничего сообразить. Она сказала: да, хорошо. И она встает, и торт, и праздник. «Виват, король, виват, виват, король!» Да-да-ти-да-та! И торт, и все праздники. И он родственников начинает приглашать. И вдруг дело доходит до второй части песни. До второй части песни. Значит... «Прощай, король». Да. Да? И ты так играл, ты был король. И вот теперь вакант на роль! А человеку 50 лет.
а роль уже вакантна. Я начинаю понимать, что идея моя была не очень хороша. Я с ужасом смотрю на Тамару. Тамара с ужасом смотрит на меня. Прощай, король, прощай. Прощай, король. Тебе поют кругом. Как жаль, не вечен май. Не вечен гром. Не вечен гром. Максим, и ты что-то? Да, и я начинаю ей показывать. Тамара говорит, но вечен ты. Я начинаю, да. Потом начинаем, печаль в глазах, печаль, там все усугубляется. Да. Печаль в глазах, печаль, а в сердце боль. Я на нее смотрю, а там дальше слова уже, и каждый грустным стал, и Тамара, и все радостные такие. А там дальше бесконечное повторение, прощай, король, прощай. И от ужаса Тамара стала петь, привет, король, привет. Привет, король, привет, король, привет. Но это было очень весело. Но главное, что никто ничего не понял, слава богу. Потому что талант Тамары пересилил содержание. Да, и Тамада был давно выбран. Да, кстати. С утра. Брэндон, имя ваше назовите же. Имя? Да. Виссарион Шпетишвили. Вот. Зачем? Никогда не надо... Больше никому не говори. Ты Брэндон Стоун. Ну, конечно, я всегда... Надо гордиться грузинскими корнями, но если ты уже решил, что у тебя есть сценическое имя, вот. Ты знаешь, Максим, конечно, мы же не говорим, что проблема в Тамаргарстере Лада Иванова. Мне очень многие пишут из Грузии, почему он поменял свое имя, он не уважает Грузию. Не уважает Грузию, да. Ни в коем случае, я всегда говорю, что я грузин, родился в Грузии, просто я же рос за границей, и с таким именем, представляете, выходит на сцену там в Америке, в Германии. And now... Что такое? Поэтому пришлось... Поэтому там уже и не выходишь на сцену. Вот, и поэтому пришлось поменять. Даже не поменять, а сделать себе... Давай посмотрим твое выступление на голосе. Мамины глаза все на свете понимают. Мамины глаза все грехи нам отпускают. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте только, мамины глаза. Замечательно Брэндон исполнил песню «Мамины глаза», и большое счастье, что сегодня здесь у нас в студии Инна Владимировна Кофман, мама Тамары Гверсетели, мы ее приглашаем сюда. Спасибо, Максим. Хорошо, Максим Владимирович. Спасибо. Да. Инна Владимировна, рада вас приветствовать у нас. И, похоже, именно вам мы должны быть благодарны за то, что у нас у всех есть такая прекрасная певица. Не только фактом ее рождения на свет, за что вам, в принципе, главное спасибо, но это вы определили еще просто совсем маленькую Тамару, что она должна заниматься музыкой. Когда ей был годик, она пальчики прятала, говорила, что они ей мешают, и одним пальцем подбирала все мелодии. В год? Да. Невероятно. Но тут уж, да, сопротивляться судьбе было тогда просто... А в год 3 месяца она своего брата назвала, когда брат родился. Она не могла сказать Павел, назвала его Пупа, и до сих пор он Пупа. А, так и тот итальянский певец, да, Пупа, это он, да, да. Да. Понятно. Это он есть, просто он как Брэндон Стоун. Ну, недавно в интервью, Тамар, ты призналась, что у тебя была вот такая самая большая любовь в жизни, в середине 90-х, да? Ты как-то совсем недавно в этом призналась. Это правда, что вас одна подруга познакомила? Ну, да. Я думаю, что про это можно только говорить спустя какое-то время. Прошло время. Много времени прошло. И я всегда относилась к этому... Очень серьезно, и поэтому я лет 18 я ничего не говорила об этом. Угу. Но ты призналась в интервью, и я тебе больше того скажу.
Подруга тоже уже не смогла сдержаться. Давайте посмотрим. Ой. Марта из Америки. Ой, Марта. Тамарочка, дорогая моя, любимая наша. Хочу тебе сказать, что ты у нас самая лучшая. Мы тебя ждем. Майами тебя обожает. Совершенно случайно пришла пара пожилых людей, у которых был сын. Его звали Дима. И они безумно хотели, чтобы Тамара познакомилась с этим Димой. А он все никак не приходил. В конце концов, все уже, все пообедали, все. И вдруг просто так стрелой входит туда, садится за стол, немножко поговорили, и Тамара села за рояль. Как только Тамара села за рояль, он встал и говорит: «Я ухожу, у меня дела». На следующий день она мне звонит в 9 утра и просто истерически со мной разговаривает. Говорит: «Ты не можешь представить, что случилось?» «Что случилось?» Она говорит: «Я звонок в дверь, и я открываю дверь, и входят люди, и всю комнату обставляют цветами от этого Димы». Через 5 минут, когда она получила, он ей набирает и говорит: «Через полчаса, чтобы вы были готовы, Сандро, я вас забираю, мы едем гулять». Она была очень счастлива с ним, и он уехал куда-то в командировку. Позвонили его родители мне и сказали, что его нет больше. И до сих пор она его любит и часто вспоминает. Да, такая грустная история. И тяжело было оправиться от этой истории, да? А сколько, Тамара, сколько тебе лет было? Ты же была юная совсем, да, еще? Молодая. Так она и сейчас молодая. Ну, не, ну, понятно. Поэтому я стал юным. Тогда мне было 34 года. Ну, молодая, наверное, да. И когда проходит время, это связано все с музыкой. Вот я сейчас слушала, и для меня это как сон, как какая-то сказка. Поэтому через великую музыку Леграна, в которой я нашла отголосок этой любви, этого чувства, я, конечно, поняла, что я тогда была счастлива. И когда я сейчас слушаю, у меня светлые чувства, и это потрясающе, что музыка так в моей жизни. Лечит. Да. Песни, грузинской эстраде, любимым артистам. У нас Тамара Гверцители в этой студии, ее мама Асимона Сиашвили, Жасмин, Брэндон Стоун, все, кто так или иначе связаны с этой замечательной грузинской традицией.
сон, мой сын, усни, родной, и на маминых руках даже самый страшный сон пройдет. Как в детстве засыпала на руках с куклой старенькой своей. И пусть приснятся мне бездонные глаза милой мамочки моей. Что не погаснуть вам нельзя. Как рождаются вообще такие шедевры? В мучениях или легко? Ты знаешь, мне мой друг и соавтор Женя Кобылянский дал вот музыку и попросил написать на нее слова. Так. И я стал слушать эту музыку, услышал там многих народов интонации и захотел это как-то все вместе соединить. Вот там вот такие строчки есть. Мамины глаза, дай вам, все на свете понимают. Мамины глаза, все грехи нам отпускают. Да. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой. Вот это ой-ой-ой-ой, я считаю, это своей самой главной находкой в этой песне. Но это то самое, что объединяет сразу несколько народов, вот именно, сидящих за этим вот столом. Именно, конечно, да. И когда я уже эти слова сочинил, я позвонил Тамаре и стал петь ей... Ты помнишь, по телефону? Тамара? Стал петь по телефону, да, вот эту песню. И я слышу, Тамара там на том конце провода начинает хлипывать, да, и говорит: Симон, я хочу спеть эту песню. Говорю: Тамара, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, конечно же, ты, потому что я тоже о тебе думал. Вот в этой песне это срослось, и поэтому эта песня живет уже долго. Браво, автор! Сейчас я хотела, чтобы мы вспомнили проект, который назывался «Две звезды», и который подарил Тамаре встречу с ее, в общем, многолетним партнером, с которым она потом выступала. Нашу студию близкого друга Тамары, певца, актера Дмитрия Дюжева. Встречайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
Ольга, это вам. Ирина Владимировна, это вам. Добрый вечер. Добрый вечер. А мне цветов не подашь, нет? Нет, только женщинам. Самым близким. Самым близким женщинам. Самым близким женщинам. Дим, ну, у вас был потрясающий дуэт, я хорошо помню. Потому что, когда я сейчас смотрел ваше выступление, я вспомнил, что я вел эту программу. А вы еще дорогие мои старики пели, по-моему. Я и много чего пели. Очень был такой статный, благородный дуэт. И вот с тех пор вы с Тамарой ходите парой, да? Тамара, а почему, когда вы увидели Диму в первый раз, вы подумали, что он похож на грузина? Чем именно он вам напомнил и что определило выбор песни «Аргоны» в самую первую? Что так, какой ты человек? Что так разговаривать, да? Чем напомнил? Статью? Да посмотрите на него. Взор орлины. Сейчас. Да, да. Такой юго-восточный. А, югослав ты почти сейчас сказал. Серб. Юго-восточный, скорее. Ну да, тоже наши братья, да. Но я хочу сказать, Дим, мы же тебя все, твои благодарные зрители, мы тебя знаем много лет. Ты невероятно талантливый актер. Но мне показалось, что именно после встречи с Тамарой тебя вот по манерам в жизни так снесло в 19 век резко. То есть ты... Правда? То есть скажи, Паш. Ты поддался влиянию. Вот, потому что у Тамары всегда что-то было княжеское в поступе, в поведении. Да, вот, да. И надо тебя сказать, тоже... и жесты появились. Да. Тут, понимаешь, и тебя тоже... И в бригаде играть. И тебя только тоже... Ну, что ты ему вспоминаешь? Он в стольких фильмах после этого сыграл. Остро про манеры. Да, конечно. Вообще, надо сказать, сами грузины... Ну, ты стал грузинский князь. Язык жестов. Я не знаю об этом. Но нас в Тбилиси, когда открывали «Звезду» Тамаре Гварцетели, наши коллеги по хореографическому цеху Мцури? Нет, как наверное... Сухишвили. Да. Вот. Гениально. Значит, они говорят, это, Дима, а если вот вдруг тебе сейчас придется в лезгинку, как ты сможешь? Я говорю, я не умею. Ну, как? И начали меня, значит, этому учить. Учить? Да, тут я танцевал. Великолепно танцует, Дима, не только поет. Да, уже подходит момент, когда мне выходить к Тамаре, да, петь в середине песни. Целой жизни мало, чтобы ждать тебя, моя жизнь пропала. Вот. Если и... нет. Неожиданный. Шербургские зонтики. Шербургские зонтики. И вот, значит, на определенный музыкальный танк я должен выйти. И я, значит, весь растренированный после лезгинки, значит, все, я уже готов практически. Все, у меня все, да, это. И делаю последнее движение перед выходом, да, и там уже Тамарочка допивает, уже несколько остается нот. Я, значит, да, делаю такое прогибание, разминаясь, да, еще раз, прогибание, и вдруг прострел в спине. Ну, телезгинка. Разогнуться не могу, боль неимоверная. Но такт уже. И я на полусогнутых, буквально так выкарабкиваясь к середине, так тук-тук-тук-тук-тук-тук, быстро, целой жизни мало. В этой же позиции и так далее. Тамара, мы договаривались, что я выйду на середину, и мы вместе споем эту песню. А так получилось с уважением. А тут как бы, вот так сказать, с большим уважением. С максимальным практически. Тамара пошла ко мне. Села на лесенку. Взяла на руки. Унесла со сцены. Вот понимаете, хорошо помогает. В какой бы ситуации я ни оказался, я вот такой, такого партнера, ну, я не знаю, я, наверное, счастливый, что мне такой партнер в жизни встретился, как Тамара. Спасибо, это взаимно. Но счастливы и те, кому Тамара доставалась в качестве образа. В шоу «Точь-в-точь» Тамару Гверстели изобразила Жасмин. Алло, разве путь твой ближе, чем дорога Млечная? Алло,
знамя вечное. Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлуки странствий, знамя вечное. Скажи, ты не звонила ли случайно Тамаре Михайловне перед тем, как ее изображать? Не спрашивала ли, как бы, что она, чтобы она дала нотки, или ты не помнишь сейчас? Я звонила, на самом деле, но она говорит, у тебя все получится, главное, послушай интонации. Я, можно сказать, Тамара, я с тобой спала вот, с наушниками. Я ложилась, пожалуйста, и ложилась. Это и пойдет в анонс этой программы. Просто, я с ней спала. Я тебя ждала. Да. Да, и на самом деле, в принципе, Тамару показать в точь-в-точь невозможно, потому что она одна из. То есть добиться идеального сходства невозможно. Поэтому я расслабилась и должна была показать и вложить в сердце, в душу то, что я сделала. Спасибо. Спасибо. Но надо отдать должное, что Тамара, несмотря на всю консервативность ей присущую, может идти на самые смелые эксперименты. И мы сейчас посмотрим небольшой репортаж о том, как снимался клип группы Би-2. Ну, а съемка клипа Тамара выдержала стоически, потому что снимали мы в страшную жару на Красной площади, негде было укрыться практически. А у нее латексовый костюм, все в корсете, и она все это выдержала стоически, когда стоял... А куда ее подняли, помнишь? А, ее подняли, да, на такую... Специальный автомобиль, который перевозит автомобили легковые. И вот на второй уровень ее выдрузили, как царицу. И оттуда... Спуститься можно спуститься. Она стояла все три часа. Очень идет этот образ, да. Вообще шикарно. Нет, ну с розовым тоже хорошо. А вы вообще на эксперименты, так сказать, с легкостью идете или с опаской? Ну, этот эксперимент, я думаю, что он очень важен для меня, потому что я, вот Максим отметил, что я скромная, ну и застенчивая. Но, тем не менее, я хочу рассказать такой маленький случай, дабы не всегда есть возможность так комплиментарно обратиться к маме. Ну, мы же не будем каждый день в быту как бы говорить и... Конечно. А мы сегодня собрались, чтобы ты наконец-то это маме сказала. Маме сказала. Был один концерт. Я что хочу сказать? Мама замечательно поет. И мама сидит в первом ряду, и завершилась песня, и все аплодируют. И одна женщина обращается к маме. А почему вы не хлопаете? Вам что, не нравится? А мама говорит, знаете, я мама. Ой, извините. И я хочу сказать, что при всей непередаваемой любви моей мамы ко мне и наших мам к нам, остается вот это объективное, разумное, присущее всем мамам, но в особенности моей маме, что она может хоть 3 минуты объективно на меня посмотреть. То есть ты хочешь сказать, что только мама была права, всему залу понравилось, а мама решила, что это не так хорошо, да? И один был концерт, я маму неожиданно попросила спеть. Я, если сейчас я не успею дойти до рояля, акапелла мы споем. Но... Ночью, когда сон смыкает веки, помни обо мне. Если мы расстанемся навеки, помни обо мне. Ночью в одиночестве безмолвном, помни обо мне.
если будешь счастлив, ты с другою. Помни обо мне. Браво. Браво. Замечательно. Это прекрасно. А ты чего не хлопаешь? Я дочь. Я просто позавидую, что она уже взрослая девочка, и около нее еще мама. Это такое счастье, когда взрослый человек знает, что он еще прикрыт своим родителям, мамой. Это правда. Да, и что есть кому назвать тебя доченька. Дай Бог, чтобы как можно дольше это оставалось у вас. Это такая радость в жизни. Дима, Тамара, идите парой, спойте. После рекламы начало карьеры Тамары Гверцители, а также тайна, какую роль в ее жизни сыграл Пьеро из сказки про Буратино. Оставайтесь с нами. Итак, в студии сегодня вечером грузинская эстрада, несравненная Тамара Гверцители. И сейчас к нашему разговору присоединится замечательный Сосо Павлиашвили. Четыре, выше руки, плечи шире, дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь, улыбнитесь, очень просим, пока в каске пьем за любовь. Раз, два, три.
три, четыре. Выше руки, плечи шире. Дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь. Улыбнитесь, очень просим, пока в каске пьем за любовь. Часа годы уплывают, как вода. Жизнь прекрасна, но ужасно коротка. В мире идите, не скрывая чувств своих. Полюбите братьев меньших и больших. Пейте ласковое, терпкое вино. Солнце в синих небесах для всех одно. И со мною пойте песенку мою. Обнимаю и целую, и люблю. Не гневитесь, веселитесь каждый час. Мы живем на свете этом только раз. Удивляйтесь и влюбляйте без конца. И любовью озаряйте нас лица. Раз, два, три, четыре. Соса Павлиашвили. Спасибо. Какую Сосу, вкусную дорогой, корзиночку вы я принесли. Так понимаю, что кормишь ты только меня. Это мне, да? Нет, Максим. Вы просто долго уже сидите, довольно проголодались. Конечно. Мы проголодались. Следующий вопрос я должен задавать с петрушкой в зубах. Можно с зеленым луком. Нет петрушки, это, наверное, кинза. Что ты такое говоришь? Не-не-не-не-не. Ну вот же укроп. А, укроп? Укроп. И кинза, наверное. Не-а, петрушка. Нет? Петрушка. И так полчаса. Да, хорошо. Будем выяснять. Ну, давайте я это уберу от соблазна, потому что мы, конечно же, спасибо Сусу, спасибо. И чурчхэла. Гуманитарная помощь. Чур. Спасибо. Чурчхэла. Спасибо. Ты не рассчитывай даже, что это тебе одному. Конечно. Ни одну минуту, я ровно половинку распилю. Распили. У Якубовича научилась? Так. Ну что, Сосу, дорогой, скажи, а ты мог бы вот сейчас вот с грузинским темпераментом дать характеристику певицы Тамары Гверцители? Много-много-много лет назад я имел счастье быть... Он дозрел уже до тамады, я вот, кстати, почувствовала в лице Сосу. Много-много лет тому назад, это хорошее начало. Так. Я имел счастье быть с маленьким мальчиком, скрипачом в камерном оркестре, который я ходил, занимался... В потрясающем дворце пионеров. В Тбилиси, да? В Тбилиси, да, прямо в центре. И кого только там, и короли, и шейхи, я не знаю, там космонавты. Там, короче, весь мир, хозяева мира, все приезжали туда. И была такая очень красивая программа. Один из них подарил тебе перстень, явно. Нет, это Ирочка. Да. Это моя королева. И после нашего концерта все вставали, аплодировали, переходили в концертный зал. И я пробирался всеми правдами и неправдами и прятался. И ждал чуда. А чудо было, это ансамбль «Зиури», который по-русски это «Солнечный». И это было особенно мне приятно на это смотреть, потому что «Зиури» был из одних девчонок. Потрясающих, красивых и талантливых. Там был один мальчик, Нико, который на свирели играл как бог, но я его ненавидел. Это была зависть. Зависть, конечно, да? Это была ненависть. Вызвана завистью. Потому что я был безгранично влюблен в них, но они были, каждая из них была, это нереальное просто вот произведение природы. И в конце выступления выходила такая вот девочка с огромными глазами и ножки как спички, вот такая худенькая, так и становилась. И начиналось чудеса просто. Она открывала рот и выходил голос как дом, как, я не знаю, горы, океан, как вселенная. Она сама не понимает, кто она такая. Такое ощущение, что за нее вот стоят ангелы и что-то передают нам. И... грузинский рассказ. Но это, да, и я могу себе представить, какое впечатление это производило, потому что спустя много лет, ну, во-первых, и в моей семье вот всегда, когда там мои родители, когда речь шла о Тамаре Гверцители, всегда мама вспоминала «Мзиури». Вот ты вспоминаешь. Нам дал интервью Гриша Лепс, он тоже вспоминает «Мзиури». Давайте посмотрим его интервью. Впервые я ее увидел, когда она еще в «Мзиури» работала, понимаете, какие ощущения. Ну, это было явление на тот момент. Мы
такая молодая девушка и так здорово поет. Поцеловал в некотором смысле Бог все это, что у нее имеется в душе и в голосовых связках. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ты не дари мне песен ласковых, хоть не в слова и шелком вышиты. Ведь песня сама... Абсолютно лишенный понтов, как у нас говорят, человек абсолютно добрый, открытый. Я перед ней преклоняюсь, она великая женщина. Но есть, вот у вас и всех присутствующих, да, и у Гриши Лепса, конечно же, есть Тбилиси, есть родные места, как место, где можно подзаряжаться энергией невероятной. И я хочу, чтобы сейчас следующий фрагмент, где твои коллеги по ансамблю «Мзиури» стал таким зарядом для всех присутствующих. Давайте посмотрим. Ой. Привет, я Лия Хурбаладзе. Помните меня? Привет. Я Майя Джабуа. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Вы помните меня? Это наш любимый дворец. Мы идем в зеркальный зал. Вот я там. Здесь мы играли и пели. Вот. А танцы помнишь? Казбегури или кого? Казбегури, да. Вот ты была девочкой. А, да. А ты каким был мальчиком? Да, да. Я танцевала. Папа. Партию. Папахи. Пита-паридим, там-там, рах, пита-паридим, пита-паридах, пита-паридим, пита-паридах. Это театральный зал. Это зал был всегда полон. И все окна всегда были открыты, а внизу прохожие стояли, и они оттуда аплодировали нам. И играли вот наш музыкальный спектакль «Буратино». Тамара Гвердетели была Пьеро. И были такие моменты, что когда Тамара пела, у нее настоящие слезы текли, и этот грим как раз черными слезами спадал у нее... где-то вот сюда, и она глотала свои слезы. К сожалению, мне надо бежать, я с вами попрощаюсь. А мы сейчас побежим в то место, которое мы очень любили после репетиции. Ну, Таврико, помнишь наше любимое место? Как мы забегали сюда задорно за хачапури? Гамарджова? Это, говорит, вы, Лия Хурбаладзе, которая играла на барабане. Это маленькая девочка и помнит Мзиури. Да. Помнишь, Тамрико, тут почти ничего не изменилось. Вот тот же стол, те же наши прекрасные воды. Мы обязательно пили двойную порцию шоколад со сливками. Это очень вкусно. И брали ачарские хачапури. Горяченькие. Вот здесь обычно были наши столики. Ури, Тамрико, ты, наверное, хочешь, да, это хачапури? Я сейчас буду есть вместо тебя. За наши хачапури. Когда у нас было маленькое свободненькое время, Тамар, помнишь, ходили сюда на фуникулёр, гуляли, игрались, веселились. Когда была жара, конечно же, я очень любила мороженое. Кто мороженое, ты не любила, не ела, потому что ты у нас певица. Тамара, я сейчас, я, знаешь, выдам. Она крала шоколадки, у нее под подушкой все время были шоколады. Она очень любила сладости, потому она очень сладкая женщина. Вот где создался ансамбль «Мзиури» на Базалете. Как раз мы вместе там отдыхали. И вот где встретились? Этот молодой человек танцевал, да, а мы пели. Разгиндарами гаке, ты мне хазбегу, ёба! Какая прелесть. Я извиняюсь. Со временем я туда. Сейчас мы находимся на кладбище. Это не совсем, наверное, приятное место, но у нас, к сожалению, три девочки нет в живых. Это две хатуны, хатуна Сабашвили, хатуна Дондуа и Кетти Бирцхалава. Так вышло, что
онкологическая болезнь у них была, у троих. Здесь похоронена наша Кетино Пирцхалава. Это было 18 января, а 18 января – дни рождения Тамары Гвертителит и Тамрико Чухонелидзе. И она как раз в этот день ушла из нашей жизни. А 25-го ей бы исполнилось 50 лет. Тамрико, я помню, отложила все концерты, все записи, все гастроли и приехала на похороны. Покойтесь с миром, мои девочки. Да, очень трогательный сюжет. Тамара, наверное, ну, не часто. Тебе, наверное, было приятно, что мы сделали такой репортаж. Спасибо огромное. Да. Потрясающе. Да, и Майя Джабуа, да, и Илья Хурбаладзе, и Эка Кахиани. Сегодня специально приехали к тебе сюда. Да, вы что? Да. И мы их приглашаем в студию. Проходите, вот тут можете сесть. То есть вы решили пожалеть все-таки Тамару и привезти ей хачапури. А то вы так вкусно ели. Да? Что даже стало жаль. Вот, давай сюда хачапури. Центр стола. Сосуга и Нацуале. Очень счастлива сегодня, что встретились с вами. Спасибо. Симон тоже Генацвали. Да, Симон тоже Генацвали. Есть еще Брендан Генацвали, да. Потому что и вы Генацвали. Я согласен. Потому что вы... Да. Знаете, у нас было волшебное детство, и все мы говорим обычно, когда собираемся, девочки, что это была большая, прекрасная, волшебная сказка, где мы пели, играли, были очень озорными и очень неспокойными девочками, очень веселыми. Эка, вы все аккомпанировали же еще, да? Да, все. Да, мы играли сами на инструментах, и особенно... Конечно. Это же было необычно. Да, да. Это было очень тяжело. Ну, два часа, три часа. Ну, два часа мы играли. Ну, девочки играли. На больших гитарах. Гитарах. Ну, а Лия играла на ударнике. Я хочу вспомнить, у меня был такой номер в Зюре. У меня пародии делала на Зыкину, Шульженко. Так вы коллега. Да. Конечно. Это был Олат Бюльбюль, Оглы, Николай Сильченко. То есть даже мужские голосовые? Конечно. Да, и это, я все время плакала, не хотела это делать. Мне было как-то стыдно или неудобно. Я не заставляла. А людям было очень нравился этот номер, потому что было очень смешно, маленькая девочка пела мужским голосом. И хочу сказать, что Тамара так аккомпанировала, прямо сходу, прямо... Импровизировано. Ну, это было... А вы сейчас кого-то можете изобразить, нет? Конечно. Нет, пожалуйста. Это было очень давно. Лия, мы попросим вас на барабанах. Вы же можете? С удовольствием. Между прочим, Лия одновременно играла и исполняла арию «Карабас-барабас». «Карабас-барабас». Между прочим. Моя Марина к тебе! Боже мой! Итак, прямо сейчас Лия Хурбаладзе придет к нам ко всем и с барабанами. Барабаны в студию! Сыграем грузинское хоруми. Да? Хоруми? Ну, конечно. Мы это знаем, что такое хоруми.
очень важно, чтобы наши телезрители знали, что 17 февраля у тебя бенефис в Кремле, да? Да. То есть ты приглашаешь своих поклонников, зрителей на свой концерт. Это наш праздник, наш всеобщий праздник. Да. А нас? Естественно. Вы все в доле. Лично я не на кассе, но... Я скажу так, ты, конечно, приезжай, но, пожалуйста, без большого количества родственников, потому что билеты очень хорошо распродаются. Хорошо. Да.